В Нарьян-Маре продолжают портить общественное имущество. Так, на неделе с одной из зон для отдыха пропал элемент декора. Кроме того, ломают скамейки, качели и заборы. В связи с этим сотрудники муниципального предприятия «Чистый город» обратились к жителям Нарьян-Мара с просьбой беречь объекты городского благоустройства. Слово Ольге Русул. Кража фигурки зайчика с детской площадки в центре города – случай вопиющий. Происшествием возмущены и взрослые, и дети. Это все-таки общественное место. Облагораживать свои личные территории нужно, мы считаем, не за счет общественных мест. А здесь для детей все-таки все сделано для народа. У нас и так мало очень мест в городе, где можно действительно и взрослым, и детям отдохнуть так, чтобы глаз радовался и было приятно. Поэтому крайне возмущены. То, что чтобы зайчика вернули на место. Ну, там, чтобы вора нашли и чтобы он отдал зайчика, а его посадили в тюрьму. Рабочие «Чистого города» не досчитали зайчиков на новой многофункциональной площадке по улице Смедовича во время уборки перед новым сезоном. Вместо 5 декоративных фигур осталось 4. Была обнаружена пропажа одного из элементов топиарий, это так называемая семья зайцев. Пропал один элемент, самый маленький, значит, зайчик. Вот, значит, причем пропал он вместе с ограждением, которое было установлено на зимний период, чтобы, значит, не было повреждений снегом. Вот, значит, данный элемент пропал. Кроме того, в центре города по улицам Смедовича и Ненецкая были повреждены малые архитектурные формы – скамейки и урны. В морском порту на смотровой площадке вандалы испортили качели, навесы. Руководство муниципального предприятия готовит документы для подачи заявления в полицию по факту кражи и порчи муниципального имущества. По всем фактам, значит, нами подготавливаются заявления в МВД России по НАУ. Значит, ну, возбуждаются уголовные дела. Последнее вот уголовное дело возбуждено в части повреждения заборов по улице Полярной. Это вот в зимний период, значит, спиливали неоднократно секции пролетов. Сотрудники «Чистого города» сейчас прорабатывают вопрос об установке видеокамер на всех общественных территориях и детских игровых площадках. Хотелось бы обратиться к жителям города Нарьян-Мара, более бережно относиться к тем элементам, тем конструкциям, сооружениям, которые в последние годы, да, сооружаются специально для жителей города. Нарьян-марцы и сотрудники «Чистого города» надеются, что человек, который забрал с площадки зайчика, все-таки одумается и вернет фигурку на место. Тогда она продолжит радовать посетителей этой площадки своим видом. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».